игра ворон с крысами, но совсем как у кошек с мышками. Дергают и таскают за хвост, ловят и отпускают, догоняют и поклевывают, и снова отпускают. И кажется, что многим мышам и крысам это нравится. Крысы даже придумали способ, как не дать вороне поймать себя за хвост. Они начинают бегать по кругу, тем самым мешая воронам уцепиться за кончик хвоста. Thank you.
Thank you.